Ребят, всем привет, вы на канале Плюс ТВ, это новый выпуск, это новые бои. Давайте сразу перейдем к делу. У нас следующий бой, я с нетерпением ждал его. Русский десантник против неформала. Итак, первый выходит Цветков Даниил, встречаем бойца. Меня зовут Данил, мне 28 лет. Я занимаюсь с детства единоборствами. Хочу показать очень красивый и реалистичный бой. Узнал проект очень давно. Его организовывает мой друг Дмитрий Артамонов. Он занимался с нами раньше боксом. Мой основной вид спорта – это тайский бокс. Еще я занимаюсь бразильским джиу-джитсу. А я призер Кубка России по кикбоксингу. У меня очень много профессиональных боев по тайскому боксу, по ММА. Я выступал на канале «Боец» на Prime Selection. Ну, я один из первых, кто начал выступать в нашей области по ММА с 2011 года. Первый турнир наш был у Романа Денцова. Спасибо ему большое, он сделал очень хороший и красочный турнир. Когда мне исполнилось 18 лет, я пошел служить в армию, в разведку ВДВ. Отдельные разведроты, дивизии, таких рота 4 в России. Очень классная была служба, интересная. Мы очень много стреляли, прыгали с парашюта и воспитали очень жесткий дух и характер. Спасибо большое моим командирам, старшине, ребятам, которые были всегда рядом. Хочу выйти, подраться, выплеснуть свои эмоции. Вот. И я надеюсь, этот проект даст какие-то дальнейшие продвижения мне. Соперник Ладин Владислав, 84 килограмма. Встречаем бойцов. Всем привет, меня зовут Влад, я из города Владимир, мне 26 лет. Я не профессиональный боец, в обычной жизни я занимаюсь ремонтом компьютеров, ноутбуков. Пришел на бои, потому что хочу испытать себя, мне это интересно. Раньше долгое время я занимался самбо. В данный момент занимаюсь на любительском уровне боксом. А многие люди при виде меня думают, что я ненормальный наркоман, неформал. На самом деле я обычный человек и занимаюсь обычными людскими вещами. Работой, спортом. Тренировки делаю просто как увлечение, хобби. Мне это нравится. А своего противника я лично не знаю, хотя мы из одного города. Хочу пожелать ему удачи и покажем яркий бой. Всем привет, меня зовут Никита, я друг Влада. На самом деле было бы интересно, я думаю, посмотреть бой. Влад очень надежный парень, если какая-то вообще случится беда, я думаю, что этот чувак сразу подскочит. Ребят, я думаю, подписывайтесь на канал, очень крутой проект, всем смотреть, красочный бой. Желаю Владу удачи, хочу видеть досрочные победы, и давайте все посмотрим отличный бой с русским ВДВшником и неформалом. Начинаем. Есть. Готов. Так, совершенно разный по антропометрии. Почему? По антропометрии. Это ты типа решил сейчас показать, кто есть кто? Да. Слушай, очень сильный лоу-кики бьет. Уверенно себя чувствует Данил. О, уже отбил, все, отбил ногу. Все. Это... Да, что сказать? Да ему хорошо. Вот ему с Джафаровым надо драться. Да. В принципе, это короче, прямой соперник. На 30-й секунде. Прямой соперник Джафаров Максима. Это называется жесткий нокаут. Да, да. Да, это жесткий. Тот технический, а это жесткий. Полежи. Все нормально.
живи до завтра. Я тоже. Поняла. Жестко. Да, он, видишь, я уже писала. Живи до завтра. Все, красавчик, молодец. Давай попробуем поднять. Данил! Нокаутом победил Цветков Данил. Поздравляем! Тащился вы. Пойдем. Пойдем, братан. Помоги. Итак, самый жесткий нокаут, самый быстрый, 30 секунд. Так вышло или ты просто решил побыстрее закончить бой? Ну, я просто поймал своего соперника на ошибках. Вот. Я уже примерно уже знал, что я буду делать. Вот. И я в голове это все проиграл, мышление, и все. И, ну, как бы головой победил. В общем, хочется соперника посильнее, да? Еще будешь участвовать в боях? Буду, да. Ну, это начало только, вот. Все впереди, буду еще выступать. Это было жестко. Но зрелищно. Вышел против серьезного соперника. Скажи, в чем была ошибка, что до нокаута на первой минуте? Не знаю, мало что поправляю. Самое главное, что смело, давай поправляйся. Ждем еще на бои, спасибо. Оператор вас говорит, прокомментируй нокаут. Пиздец. Не формал, да, завтра не дожил. Скажу, что Данил красавчик, молодец, возвращается. 3 года он вообще не выступал. Прям вот он мне даже ко мне подошел, Дим, спасибо тебе. Я, ну, хотя бы поднял какой-то боевой дух к себе. Даже, типа, ну, хоть соперник слабый, все это прекрасно понимали. Он хотел больше акцент ставить на ударки. Показать, что действительно, я думаю, что это будет скоро вызов моряку, потому что Данил базовый боксер. И мы, возможно, скоро сделаем этот бой. Итак, ребята, хотим вам рассказать про наших партнеров. Walk and Roll, сеть суши-баров. Теперь у ребят появилось мобильное приложение. Вы можете скачать приложение в App Store или в Google Play. Копите бонусные баллы и оплачивайте суши и роллы онлайн. Walk and Roll, закажите удовольствие на дом. Всем привет, меня зовут Кирилл, мне 23 года, я базовый борец, занимался на протяжении 10 лет греко-римской борьбой. Меня пригласили на проект Headshot MMA, хочу показать свои навыки ударной техники. Из-за того, что карантин, все залы закрыты, но мы, как видите, сами тренируемся на улице, на таких прекрасных просторах. Спасибо YouTube-каналу Пуля ТВ за предоставленную возможность выступить. В клетке буду драться до конца. Своему сопернику хочу пожелать удачи. Надеюсь, бой будет достойный, зрелищный, красочный. И пусть победит сильнейший. Его соперник, ребят, Алиев Сапан. Он у нас еще не участвовал. Я думаю, он покажет очень яркий бой. Давайте посмотрим. Встречаем бойца. Встречаем. Время готово. Давай, давай, на кого? Так, я ставлю на Кирилла. Давай, я на Санал, на Чулбан. Давай. Попал, попал. Что-то камни показалось попало. Опять попал. Не сильно, но попал. Так. Ох, началось вот это. Это вот одна из самых незрелищных частей боя. Вот да, если в начале они уже переходят в парту, я вот тоже считаю. Это какая-то очень преждевременность. Вот, очень мало, на мой взгляд, умеет бороться красиво, вот, да. Чтобы зрелищно, красочно. Тем более Кирилл, насколько я помню, базовый борец. То есть это его сфера. Сейчас бой, в общем, сойдет в... Может, короче, досрочно закончиться. Хотелось бы стойки, конечно, но бойцам самим, конечно, решать, что делать. Отлично, отлично.
бойца одного уровня, на самом деле. Молодец. Умничка. Умничка, умничка. Все держатся. Красиво держится. Молодец. Молодец. Ну, оба тоже, видно, приятно, уважительно делают. Ну, в итоге Санан первый. Если бы Санан не бросался в ноги, то было бы вообще идеально. Вот это вот замедляет бой, замедляет экшен. Ну, так все красиво. Пока наблюдаем. Да, пока что очень скучно. Да. Красиво, красиво за спину зашел. Понравилось, как очень, за спину очень зашел. Красиво, хорошо, Кирилл хорошо. Благородно ведет, ждет, пока соперник встанет. Приятный парень. Ну, в глазах Санана я тоже не вижу какой-то такой неспортивной агрессии. Да, они оба молодцы. Но при этом могут сделать жестко. Итак, у нас уже практически 3 минуты боя позади. Пятиминутный раунд. О, размен, размен. Смотри, Санан же стипулирует, да-да-да. Да, по разобору Санана. Да. Отлично. Устал, он поэтому лоу-кик, я понял, что Кирилл уже чуть-чуть. Кирилл не начал, на самом деле, на такой же волне. То есть сказать, что он устал, тяжело. Лево, а мы не правы такие. Вот так, видишь, видишь, как он чёрт. Вызываем. Силу тратишь. Да и не уйдет. Все четко. Санан бросился. Красавцы! Очень неожиданно. Но Кирилл справился. У Кирилла такие интересные лоу-кики, такие типа, ну на, получи. Да, 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 типа да. Такой, ну уговаривал, ну на, возьми. Ну вот эти вот правые через ручку у него тоже интересно. Ну вот сейчас на отходе. Там уже типа не на получи, а типа на получи. Ну смотри, Санан все время хочет. Классически. Это его классическая позиция. Итак, первая минута второго раунда у нас закончилась. Слушай, вот действительно людям нужно зрелище. Вот когда уходит в размен, получается красотища, да? Да, получается красота. Люди требуют крови. Да, бойцов подняли, но это очень правильное решение судьи. Да, согласен. Спасибо. Согласен. Потому что парта у них скучная. Да. Опять Кирилл такой, на, да. Получи. Это называется ленивый лоу-кик. Да. Зато у него вот правый через ручку совсем. Но я могу сказать несколько ленивых лоу-киков, потом может начаться ленивая нога. О, вот эти вот правые через ручку очень размашисто получилось. Это знаешь стиль Федора Емельяненко, мне кажется. Ну это стиль так, в пивнушках тоже такой. Такой оверхенд. Да. Красиво, четко, четко. Устал Санан, устал Санан. Вижу, ножки уже не так работают. Но и Кирилл устал тоже. Оба работают. Итак, начинается последняя минута этого боя. Последняя минута боя началась. Собранней, собранней бы, ручки на месте держим. Давай,
зарабатывает. Слушай, последние 30 секунд, концовка. Слушай, своим концовка. Своим ленивым лоу-киком поднакормил немножко ножку Салмана Кирилла. Да. Давай. Да, ребят, очень ровный бой. 15 секунд, ребят. Давайте, зарубитесь! 10. Зарубитесь! Вызывай его, вызывай! Мотай! Вызывай его руками, вызывай! Вызывай! Мотай еще рукой давай! Вызывай рукой давай, вызывай! Сонан как будто чем-то недоволен, судя по выражению. Решением судей победил Ермошкин Кирилл. Поздравляем! Так, Кирилл, поздравляю с победой. Долгий, упорный, очень зрелищный бой. Знаем то, что тебе соперника поменяли буквально накануне. Скажи, чем удалось добиться победы? Все, что как бы у меня здесь было сегодня, это благодаря моему другу Илюхе. Это он на протяжении месяца готовил меня к разным бойцам, которых мне скидывали. Надеюсь, в следующий раз будет лучше. Спасибо тебе огромное. Удачи в следующих боях. Спасибо. Спасибо за красивый бой. Скажи, согласен ли с решением судей? Да, конечно. Я сам же хотел завершить, потому что нога гематома. Из-за этого еще 2 часа до боя я вообще не готовился. Мне написали в выступе, я согласился в любое время. Скажи, будешь ли дальше готовиться и в дальнейшем участвовать в боях? Да, конечно, буду. Если позовут, буду. Все, тогда ждем. Спасибо огромное за бой. Итак, друзья, Ермошкин Кирилл показался настоящим бойцом. Я думал, будет третий раунд, но я так понимаю, то, что соперник отказался. Мы хотели добавить экстра раунд, у нас все-таки было близкое решение у судьи, но его соперник отказался. Я, кстати, могу прокомментировать, потому что у Кирилла Ермошкина был боец, который должен там был приехать из Москвы, и по неизвестным причинам человек не приехал, и вы представляете, что и замена Алиев Санан было за 2 часа до боя. То есть это по анкете Владимирский наш парень. Короче, ему респект и огромное уважение. Друзья, вот и заканчивается этот сумасшедший выпуск. Мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч.